Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, ну что, монетки я вроде бы все собрал. Давай-ка, наверное... О, дополнительное задание. Сделали. И все заново обновилось? Вы серьезно? Так, собрать моды, использовать... Ну, это все понятно, еда, с едой проблемы. Понятное дело, использовать ускорение. Так, опять же, бои. Так, давай глянем, что у нас тут. Забираем. Угу. Поместить. Так, у нас еще и босяра здесь, кстати, появился. Ага, это у нас легендарная карта. Плезиозавр. Тоже его помещаем. Значок собран. Значок собран. Подожди, приз получен. В плане приз получен, закончено, я не понял. Какой закончено-то? Что-то они тут немножко попутали, мне кажется, да? Ничего не закончилось, еще только начинается. Так, здесь у нас что? Завершается эволюция. Окей. Так, помещаем. Ну что, прокачиваем его до 30 уровня. И начинаем эволюцию. Все, пускай будет скрещивание. А мы с тобой забираем еще одного легендарного динозавра. И это... Унайзавр. Поместить сюда. Пускай будет здесь. Мне, в принципе, не жалко. Так, ну и прокачаем его до 10. Он у нас травоядный. Окей. Он у нас травоядный. Травоядных у нас не очень много. Хотя я кого обманываю. У нас их очень много. Этих травоядных. Так что переживать не стоит. Ну что, друзья, давайте смотреть, что у нас здесь. Угу. Пойдем в события, сразу глянем. Так, хищники. Минимум один мод. Только для суперредких. Без ограничений. Битва. Это битва, я так понимаю, с боссом. Дай-ка я гляну. Вызов. Слушай, а если я потрачу, это... Блин, ну мне как бы невыгодно, ребята. Эти сейчас мне нужны будут динозавры для того, чтобы проходить свои ежедневки. А я сейчас их туда потрачу, и что? У меня тут останется? Да ничего. Использовать ускорение. Это все мы сделаем. Ну что, давай тогда начнем, наверное, с хищники. Ёк, макарек. Вы, блин, вот вы серьезно? Ты посмотри, кого они дают. Хищники, это все хищники, ребят. Ну и что я вот могу сделать? Вот только двух этих взять. Двух диплотаторов. И все. Я, наверное, не пойду тогда на это... События. Давай, наверное, посмотрим вот это вот. Схватка чемпионов. Еще не легче. Че за фигня, я не понимаю. Почему такие мощные-то все, а? Ладно, давай, давай возьмем. Против Унайзавра можно взять... Что можно взять против него? У меня самый мощный хищник 743 урона наносит. Вот как тебе такое? Как тебе такое? Нет, тут есть 778. Но это смех. Какой? Это, кстати, это не урон, это у нас здоровье. Что-то я попутал немножко. Ну вот как я должен здесь драться? Как? Дрожь земли. Сразитесь за главный приз. Пойдем в дрожь земли играть. Это, наверное, оптимально, что мы можем с собой себе позволить здесь. Это поиграть в дрожь земли. Так, ну что, поехали. Возьмем Лемносцилиса, Трицератопса возьму и... Раджазавр, наверное, да? Все, поехали. Дружба земли у нас только началась, поэтому сейчас будет все довольно спокойно. Надеюсь на это. Ищем соперника. Ну, в принципе, да, очень даже удачно у нас выпало. И, естественно, мы здесь с тобой даже будем победить. Диплокаулус. Ну что, я думаю, давай сделаем атаку. Сразу половину здоровья снесли. Что он будет делать? Менять, да? Нет? Тогда еще раз атаку. Готов. Насутоцератопс выходит.
со своими 34 атаками. Смех. Да и только. Будет менять, что ли? Невыгодно первого уровня сюда ставить. Ой, как невыгодно. Так, он защиту встал. Опять же, половину здоровья мы ему оставляем. Ну и что-то там решил по полной. Хорошо, победил. Так, а теперь мы, ребята, в ответочку, да? У него 70 хп, поэтому сделаем так и вот так. На. На самом деле, нашему трицератопсу надо было бить не хвостом, а все-таки вот этими вот рогами бомбить. Так было бы, наверное, лучше. Так, ну что, 26 атаки у него. Что ты сделаешь нам, Кулазух? Я даже не знаю, ничего он не сможет сделать. Н-н-н. А вот мы ему сейчас, конечно, такую трепку сделаем. Но, тем не менее, половину здоровья отнял. Все. Ну, тут ясен перец, ребята, что это не бот. Поверь мне, это не бот, это реальный игрок. Даже видно по таймингам, сколько ждет, сколько чего он делает. Ясен перец, что в защиту ему вставать здесь невыгодно, и он решил просто атаковать уже по полной программе. Ну что, первая победа за нами. Это, в принципе, ничего сложного здесь не было. Так и должно быть. И мы с тобой двигаемся дальше. 21 кубок получили. Так, 62 место заняли. Ну, давай крутить. Давай крутить. И... ну, 200 ДНК нам всего лишь выпало. Продолжаем, ребят. Так, я только не понял одного. Мы с тобой перешли же, да, получается, в другую лигу, в другой дивизион. Поэтому давай я возьму Перораптора, Капразуха и Бронитозавра. Хочу именно этими сыграть, ребятами. И посмотрим, кого против нас выставят. Ух ты, почти, ребята, одинаково, почти. У него есть хищник, а у нас есть Капразух. Угу, но здесь сразу я буду атаковать, сразу же. Окей. Смотрим. Пирораптор. Ах ты жук. Давай так сделаем. Слушай, он даже защиту не стал ставить, прикинь. Так, он, то есть, меня сейчас победит. Он сейчас все сольет. Странно. Ничего он не стал сливать. Раз, два, три, четыре. Бонус. Крышка. Так, а вот здесь невыгодно ему. Аргентинозавр против Перораптора. Ой, как невыгодная ситуация. Придется ему менять. Ему придется замену делать. А это минус одно очко. Угу. Да вот и Алангозавр. 79 к атаке. Все сливает. Ну что же, я поздравляю тебя, Капразух, будь добр. Устрой ему карнавальную ночку, а? Бесплатную. Поехали. Естественно. Уничтожаем. Тут даже не обсуждается. Так, и... выходит Аргентинозавр. Что я могу сделать? Я могу... ну, давай атаковать по полной. И остается у него лишь 49 хп. 49 хп. Так, смотрим. У него 6 бонусных очков. Это хорошо. Уничтожает он мне, конечно же, Капазуха. Ну, а мы с тобой берем Бонитозавр, который атакует по полной программе и уничтожает этого Аргентинозавра. Как-то так. Ну, я считаю, что это шикарно. Блин, мне нравится, как он выглядит. Вот расцветка, если бы такой действительно в реале был бы, был бы, наверное, один из самых красивых динозавров, как по мне. Так, ну что мы с тобой... вау, мы уже выживших. Это, то есть, у нас только началась, походу, дела лига. Что-то я так бустанул-то слишком круто. Нет, я ничего не говорю, это круто, но... противник ты будешь сейчас жестче, жестче и жестче. Так, 14 тысяч, да, получаем с тобой. Так, схватка.
Так, ну тут уже, по-моему, друзья, не забалуешь. Потому что мы уже как бы поднялись по дивизиону. И соперник уже будет такой довольно лютенький. Возьмем аэротитана. Нет, возьмем, наверное... Нет. Капразуха, аэротитана и... Уинозавра. Вот так хочу посмотреть. Сейчас мы с тобой глянем, кто здесь у нас. Упс, упс. Немножечко не так, как я хотел. Ну ладно, ладно. Хищника, я забыл, ребята, взять хищника. Вот оно что. Он будет менять? Или нет? Будет. Ему выгоднее взять летуна. Причем какую-нибудь... Вон, видишь, там тридцаточку. Да-да-да-да, вот именно его. Именно его. Так, ну что, мы тогда с собой берем этого. И, наверное, две атаки пропишем. Прописываем. Готов. Так, ох, птеранодон. Так-так-так, тихо, ребята. Птеранодон, шутки в сторону. 56 атаки, правда? Меняет. Пахицефалозавра берет. Ну, здесь мы с тобой, наверное, сделаем все-таки вот так. Сделаем с тобой вот так и возьмем бонусы. Пускай думает. Пятерочка. Ну, тут, конечно, можно ушатать моего бедного капразуха. Даже не обсуждается. Ну, аэротитан. Странно. Ладно, взял птеранодона. Че он юлит? Че он юлит, а, друзья? Я не понимаю. Меняем. Меняем и выстреливаем по полной. Смотрим. О, крышка. Че-то он доелозился. Я не знаю, если он хочет все на пахицефалозавра все это всунуть, то зря. Как по мне. Очень зря. Ну, это ему все надо слить, получается, или сколько полетит там? 5, 4. 4 атаки достаточно, что ли? Достаточно. Фух. Давай вот так вот сделаю. Ну. Вот теперь ему крышка, ребята. Я этого ждал. Не зря я взял 4 бонусных очка. Потому что капразуху сейчас ушатает. Он раскололся, вот и все. А кто раскололся, тот и погибает. Вот так вот. Хорош, хорош парень. Мясо заслужил. Так, ну а мы с тобой дальше двигаемся. Смотрим, куда. 52-я позиция. Крутим. И... Тикс. Ну, понятно. Двигаемся дальше. Так, возьмем, наверное, с тобой, на всякий случай, кулазуха. Нундазуха. Кулазух, нундазух, так звучит все это. И возьмем, наверное, хищник одного. Велоцираптора. О, подожди, подожди, зачем мне вот это все? Блин, да подожди. Вот так, наверное, лучше взять. Так, и... Анкилозавра. Анкилозавра, ну вдруг у него там летающие будут, да? Или еще кто-нибудь в этом роде. Чтобы мы могли с тобой... Опа! Хорошечная мегалозавр у него там есть даже, прикинь. Уже начинают ребята брать легендарных. Ну что, наверное, я думаю, пора кусь-кусь сделать. Пускай даже один разочек. Так. Он, интересно, будет менять? Наверное, будет. Угу. На... Прянозуха. Окей. Давай я сделаю вот так. Угу.
Ну и что ты там? Что ты будешь делать? У него физиономия у этого похоже, как у дельфина, да? Слушай, что? Я не знаю, что он там задумал, но мне надо его атаковать по полной. Слушай, так а он что, хочет хищниками против меня выступить здесь? Против самого Нундазуха? Так, 6 на 5, 350. Интересно, он может завалить? Что-то делается не то, ребята. Меняем. Я думаю, не надо объяснять, зачем я это все делаю. Кто играет в эту игру, тот поймет, почему я именно так сделал. Почему я выставил анкилозавра без защиты, без всего, даже не ударял. Просто на бонусные очки. Именно для этого. Да, ребята. Чтобы он почувствовал себя героем. Так, у него два бонусных очка осталось. Он пятерочку потратил. Значит, делаем с тобой из расчета так. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Окей. Все. Так, ну что? Мегалозавр. Собственно, персона. Какие у тебя глаза зеленые, а страшные. Как он видит, что происходит спереди, интересно, если у него они по бокам? Интересно. Так, ну что? Пора, пора, парень, тебе на отдых. Давай, на родной мой. Вот так вот. Хорошеечно ты его. Хорошеечно. Ну и победа. Победа, друзья мои, наша. Так что двигаемся дальше. Ну-ка, перейдем с тобой, нет? Нет, не перешли пока еще. Ну, это вопрос времени. Лига выживших. Смотрим, что нам здесь выпадет. Эть, понятно. Дальше едем. Так. Ютирануса возьмем. Диплотатора. И топежару. Немножко такая. Слушай, подожди. Как отменить? Как отменить? Блин, я же. Вот. Подожди. Все, я не могу отменить, да? Я хотел, блин, диплотатор-то прокачать, ребята. До 20 уровня. Че это тупанул-то? Как все запущено, ты посмотри. Так, он, естественно, будет брать. Угу. Будет менять. И музыка сразу куда-то исчезла. Ну давай, меняй, господи. Че, я не знаю, что ли, ты будешь брать Нудазуха? А мы возьмем с тобой топежару. В таком случае, да? И бонус. Пускай он берет вот этого, если захочет, конечно. Как думаешь, захочет он взять? Будет атаковать или нет? Нет, он не стал атаковать почему-то. Я думаю, что пора его, наверное, ушатать. Раз, два, три. И вот так. Проверка. Ух. Побьем, нет? Нет, к сожалению, не подбили. Пять. Ну, сколько мне нужно сделать атаки? В принципе, все слить, чтобы меня победить здесь, да? 73, это уже 140. Сразу умножаем там по десятке, по двадцатке накидываем. Да, 4 атаки нужно сделать. Но он сливает все. Он сливает все. Соответственно, мы с тобой здесь делаем одну атаку. Раз, два. Раз, два. Вот так вот. Прекрасно. Ну и шунозавр выходит. Что сделает нам этот шунозавр? Да ничего. У нас с тобой защита. Он даже не стал атаковать. Ну что, Ютиранус, выходи. Выходи и уничтожай, пожалуйста, этого шунозавра. Раз, два, три, четыре. Проверка. Все. Минус шунозавр. И выползает Ютираптор.
Семерочка. Ну тут, да, тут он нас завалит. Ну а дальше с ним конец. Все, ребята, сейчас мы его распетрушим. Нам достаточно одну атаку ему прописать. Даже защита ему не поможет. Вот и есть Ютараптор. Ну, выглядит красиво. Ничего не могу сказать. Так что победа здесь за нами, и мы двигаемся дальше. И... да, мы с тобой в Лиге Охотников. Так-с, крутанем. И что же нам здесь выпадет? Твою налево, ну почему не тот набор, а, ребят? Который был рядышком, прям вот рукой можно было подать до него. Так, сфенокодона. Подожди, нет, лучше мы сделаем немножко не так. Вот так, сфенокодон и эниозавр. Пошли, как говорится, легенды. И смотрим, что против нас сейчас будет выставляться. Ого. Нифига там. Гибрид неплохой и лего. Но здесь сразу же сносим с удара. Моментально. Велоцираптор мод 2. В топку. Так, гиганоцефал. Выглядит, конечно, мощно. Напоминает мне чем-то, ребята, дракона из игры Всадники Олуха, короче. Дракон Всадники Олуха. Есть там такой похожий, да? Скалотряс, ё-моё. Так, он решил все-таки ударить меня, да? Щеглазадый. Ну что, я думаю, что никто не будет против, если я вот так вот сделаю. Друзья, вот это было обидно. А это было обидно, потому что прямо во время битвы у меня вылетела игра. Представляешь? Обидно. То есть я получаю проигрыш автоматически и, ко всему прочему, израсходовал трех динозавров. Так, секундочку, мы же здесь кого-то, по-моему, получали из новых или нет? По-моему, нет, да, все-таки. Ладно, нет так нет. Забираем. Ох, ё. Окей. Почему это закончено, никак не могу понять. Ну что, продолжаем, ребята. Я не намерен сдаваться. Да, видишь, как будто мы отыграли. Ну, поехали. Посмотрим, что у нас получится здесь. Метриакантозавр, эрликозавр и диплотатор. Ох ты, анкилозавр, цератозавр, что там еще? Ну, этому крышка. А, крышка, нет, не крышка, ребята. Давай сделаем так. Офигеть, да? В шипах весь такой. Будет интересно менять. Если будет, мы с тобой будем менять на диплотатора. Угу. Еще и атакует. Вот это зря ты сделал. Это ты зря разгневал папочку. Вот что я тебе скажу, парень. На тебе. Че, поплохело, да? Поплохело тебе, я знаю. Диплотатор, как говорится, шутить не любит. О, поменял. Ему тоже крышка будет, так что не волнуйся. Раз-два и... раз-два. И вот так. Все-таки взял в бонус, да? Цератозавр. Щегол цератозавр, друзья мои. Порву и даже не поморщусь. Какая-то тупая морда у него, если честно. И раскраска не очень какая-то хорошая. Вот зря ты гневаешь. Зря ты гневаешь меня, парень. Вот просто зря. Зря ты. Вот что это сейчас было? Я не понял. Что это было? Труп ходячий. Все, давай своего этого
сфенокодона, желейнообразного динозавра. Давай, давай, дергайся, дергайся. Тебе все равно уже тут ничего не поможет. Даже не мечтай об этом. Даже не мечтай, говорю. Все, рвем его. Рвем его, как тузи-грелку. Пшел вон, щенок заморский. Все, ребята. Превосходненько. Поиграли с тобой превосходненько. Так, мы с тобой перейдем или нет? Наверное, не перейдем, потому что, ну... Друзья мои, второй раз за игру вылетает у меня. Так, 600 ДНК я получил. Ну что, кто там, где там? Оуэн, разберись, пожалуйста. Мне сейчас просто нет настроения юзать. Так, что у нас с тобой получается именно здесь? Сыграть мы с тобой больше не сможем, да? Потому что уже всех... Подожди, почему не сможем? Да сможем. Раз, два. Еще поединочек мы с тобой один спляшем. Ну, чего я не пойму? Почему я не могу взять? Странно как-то. В плане любой животное. Блин, да как, какое это? Я же не вот это, вот здесь. Вот это мне надо. Так, секунду. Все, что-то барахлит, не знаю почему, ребят. Так, ну что, смотрим, кого сейчас нам здесь дадут против нас. Оу, щит. Водоплавающие. Ай, какая хорошая, ребята, колода против нас. Водоплавающие как раз под... Мне подстать. Ну что, влупим? Хорошечно, да, так? На пятихаточку. Да, он немножко аж потерялся в пространстве, я так понимаю. Ну и чего ты там? Что-то задергался ты. Не знаешь, что и сделать, да? А я знаю, что я буду делать. Я буду делать вот так. И вот так. Смотрим. Какой ты молодец. Какой ты молодец. Красавчик. Что я могу тебе сказать? Ну что? Ты подписал себе приговор. Да. Подписал себе приговорчик. Давай, кто там у тебя? Престозух. Мощно, мощно. Выглядишь ужасно. Да? И это все? Это все, что ты мог сделать, парень? Получи тогда в ответку. Красота. И выходит Нондазух. Ну тут вообще, ребята, даже говорить не хочется. Что он сделает? Ничего, я бы лучше на его месте бежал бы, только пятки сверкали. Ну какой ему поединок? Все? Ну и поздравляю тебя, парень. Блин, один Эдиуморфодон справился, представляешь, со всей вот этой шоблой. Вот и все. Победа, ребята, ну что? Рулетку? Да что ты будешь делать? Вот так вот. Давай крутим, смотрим. 120 ДНК. Ну, что я могу поделать? Что, как говорится, выпало, то выпало. Так, а у нас по заданиям что нужно сделать? Приз получен. Игроки, которые помогли достичь цели, собственно, так, получили статую босса. Продолжайте играть, выполняйте... Получайте награды. Like a boss. Так, погоди.
Значит так, мне нужно еду собрать, использовать три ускорения и моды. Моды нужно собрать. Ну, моды мы будем собирать на Z-хавчике, я так понимаю, да? Лучше всего. Потому что еды у нас пока предостаточно. И... даже если атака вашего существа заблокирована, она наносит 40% урона. Я понял. Давай дальше. Да, то же самое, ё-моё. То же самое. Забрали. Ускорение, так, сражение. Канозойскую эру. Нам нужно с тобой сыграть в Канозойскую эру. Ну что, пойдем драться в Канозойской эре, чтобы выполнить задание. Кстати, тут-то нам... о, все инкубаторы пустые. Просто простаивают. С какого вдруг перепуга-то? Сейчас, сейчас, сейчас. Колоборных у нас нету. Велоцираптор. Велоцираптор у нас есть? Есть. Вот, будем его выводить тогда. Будем прокачивать велоцираптора до 40 уровня, да? Я думаю, никто не будет против. Так, где ты там у нас? Где ты бегаешь? Вот он. Так, это получается 10. Так, это 20 уровень. Все, больше у нас не хватает с тобой, к сожалению. Денег, долларов. Долларов больше у нас не хватает. И Канозойскую эру. Так, только мы сделаем с тобой что-нибудь такое. У нас здесь гнемтись. Столкновение. В Канозойской эры нету. Здесь тоже, по-моему, нельзя, да? С Канозойской эры. Слушай, а здесь можно? Смотри-ка. Если мы возьмем так, так и вот так. Давай хотя бы глянем, что он из себя представляет, этот босс. Фига себе. Ты глянь. Ураборос. Офигеть. Ну-ка. Да, мощный чувак такой. Сейчас как звезданет по мне. Нет. Что-то он ничего не делает. Он встает в защиту в основном, да? Значит, я понял, в чем приколюха. Раз, два, три. И вот так. Семеру, блин, сейчас звезданет, так мало не покажется нам. Интересно. Ну-ка. На тебе. Что ты будешь делать? Все, сейчас второй, да, выйдет. Раунд 2, типа. Уровень босса 2. 8-4, сейчас звезданет. Пятеру. Трындец, у меня ж бедный подкосился. Такс, 405. Давай так вот сделаем. Неужели ударит на все 4, а? Нет. Фига, он бомбашит, конечно. Так, ну что, ребята, попробуем. Ну давай, 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 давай. Беги, беги, с разлета там. 52 хп мы ему оставили, прикинь. Он-то сейчас, конечно, отыграется. Ха. Трэш какой-то. Ну что, мамонт?
Это что такое за детский сад? Что это за атака, парень? Босс уровня 3. Ну это, наверное, вообще лютость. Ой! Ты посмотри. Да тут, конечно, крышка, ребят. О чем тут можно говорить? Смотри, смотри, что делает. Да он просто мамонта моего задушил одним словом. Вот и все. Да, офигеть, конечно. Типок. Жить, жить. Нанесите. А что, типа 1000 урона ему не нанес? Получается, как бы, да? Забрать. Так, погоди, а у нас, нам нужно было 2 или даже 3 животных, да, потратить в Канайзуйской эре. Я всего лишь одного потратил. А значит, это как бы не считается. Так, использовать 3 ускорения. Да, не считается, потому что нужно 3 разных. Где у нас, кстати, хавчик? И я вот не понял, где у нас еда? Вот. Понятно. Ну, пойдем тогда уже так драться. Через ПВП. ПВП, и это у нас выходит Канайзуйская. Раз, два, три. Последние 5 долларов с тобой закинули туда. В этот, так сказать, поединок. Ёк-макарёк, чтоб тебе. Чтоб тебя. Ну давай, поехали. Наверное, сейчас звезданет. Меняет. Так, Динотерия берет. А кто у нас против Динотерия хорош? Этот? Этот. Значит, сделаем так. Ну. Ну что ты там дергаешься? Дергается он мне. Меняет. 2 атаки этим сделает. 100% тебе говорю, что 2. Нет? Не стал. Почему не стал? Не знаю, ребят. Меняем. Я рискую. Не пробью. К сожалению, не пробил. Но ему придется поменять. Поменять животные. Ты будешь животное, ну ты понял, да? И кого он берет? Динотерия. И 3 атаки прописывает. 2. Ну, ему 2 хватило атаки, по мне. Как же мне-то теперь быть? Не хватит же этого завалить его, да? Хватит? Хватило. А остальное он, получается, в бонусные очки влил. Я так понимаю. Сколько ему нужно? 2 атаки нанести мне. 2 атаки, 3 в наличке у него остается. Да, я тут проиграл, ребята. 2 атаки, 3 в наличке он оставляет. Как мне тут пробить? Нет, можно, конечно, его пробить. 3 в наличке, это получается... Я не знаю, ну давай вот так вот сделаем. Ну, а дальше... Смотрим, сколько у этого. 72. На 4. О, 5. Да. Здесь все сливает. И нам крышка, ребят. Эндрю Сарх. А похож на лису. Ну, все сливает, понятно, ребят. Тут... Тут, к сожалению, никак.
Жалко, конечно, что не выиграли, но ничего не поделаешь. Ну что, забираем здесь награду. Так, по идее, использовать 3 ускорения. Ну, ускорение мне негде применять, будем честны. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!